Глина, башка крутится какая-то. Скажи, хочешь тесто? Стоит крафт. Иногда меня бойцы спрашивают, почему ты делаешь трехчасовой или двухчасовой влог, если можно сделать вместо него 10 маленьких и заработать 10 раз больше и растянуть на 10 влогов это все и намного проще монтировать. Потому что если в одном трехчасовом влоге не дадут монетизацию, то в 10 точно дадут или в 9, или в 8, ну то есть заработать можно больше. Ребят, все из-за того, что я вас люблю и хочу, чтобы вы видели больше контента. И не растягивать его, а снимать просто еще чаще, еще больше. И я не выпускаю один трехчасовой в 10 дней, я выпускаю почти каждый день и стараюсь делать разные длины ролики. Потому что вас люблю, и все. Но я не считаю достойным делать такие простые видео на 10-20 минут как-то неинтересно. Если делать на 10-20 минут, должно быть супер крутое. А если такое простое, можно 2-3 часа сделать. Почему бы нет? Как раз. Так, друзья, вчера мы покупались, вот попрыгали, я должен монтировать. Как видите, влогов нет, значит не монтирую. Потому что идем с Тремиросом юзать шлем виртуальной реальности. Тремирос пробовал когда-нибудь шлем виртуальной реальности? Нет. На Казантипе лет 6 назад был такой старый, какой-то отстой. А я не пробовал. Я брал там за 10 рублей час. А сейчас много всего изменилось за это время. Говорят, ребят, в обзорах, что вышло уже очень много шлемов виртуальной реальности, и мы сейчас самый новый заюзаем. Попробуем с Рамиросом, потому что хочется новых ощущений, чего-то нового. Это же люди, дурацкие создания. Круче, чем реальная реальность, нету ничего. Но люди ищут виртуальную реальность. Ну да, вот зачем? Вот сейчас реальность, есть реальная жизнь, и можно творить, что хочешь, как в игре, прям пранки делать, снимать там, ну прям что хочешь, там вот с девушкой пойти познакомиться. Но все люди почему-то... Это ограничение, возможности. Люди боятся выходить из зоны комфорта, делать то, что им страшно, из-за этого они все переносят, то, что они хотят в жизни сделать, в виртуальной реальности. На меня это не действует, я делаю в реальной жизни все, что хочу, но виртуальная реальность это так, когда будет зимой скучно, чтобы поюзать. Мы под магазином, оказалось, нет шлема этого, чтобы поюзать, типа, был бэушный, уже нет, так что купим, попробуем дома. Не знаю, что это будет, но меня в детстве пугали, что если в такой игрушке переиграться, так можно сойти с ума. Ох уж это дома. Не выйду, так ну, вот эта карточка докинется, да? Сейчас карточку можно. Ну все, Рамирос, что, довольны? Рамирос просто хотел прийти сюда в магазин, в аренду взять этот Oculus, чтобы VR-концерт будет идти платный на Ютубе. А я решил просто взять, купить, пусть у меня дома посмотрит, зачем в аренду брать, вот и все. Не, взяли этот Oculus. Это подгон классный, совпадение, не знаю, не думаю. Ох уж это дома. Я бы сейчас, честно говоря, одел бы его, и вот так вот прям в нем бы шел бы по реальной реальности, в виртуальной реальности. Ох уж это дома. Уже с американцами разговариваешь, да? Да. Пошли купили игрушку, сейчас будет как дети играться, как родители Лего купили где-то в детстве. Реально, то же самое абсолютно. На машинке а поехали. А да? Зачем жить по-другому? Всю жизнь я работал, думал, блин, жизнь для того, чтобы жить в кайф, реально. Да. А ты работаешь без смысла. Глаза такие будут, как мухи. Ох уж это дома. Так, малыш. Извини, что потревожим, тут с Рамиросом пришли. Рамирос сейчас на озеро уезжает с друзьями на 2 дня. У него есть немного времени, чтобы кайфануть. Места тут много. Ох, блин, смотри, какой Рамирос. Сейчас мухой станешь, смотри. Все новенькое, да. Идет мне? Да. Как раз сейчас зрение себе... Слушай, бигейр можно прыгать в этой маске надеть. Ха. Ты представляешь, ты где-то на горках американских и бигейра прыгаешь. Представляешь, ты сейчас поиграешь 2 недели, и у тебя восстановится зрение. Ну, было бы круто.
Человек из будущего, что вы скажете? UC Scott, Ром, надо вести 02. Попробовал в менюшку, зашел и офигел. Еще не играл, ничего. Ну просто это что-то другое, это не приставка, это совсем другое. Жаль, Малене может попробовать, но и так хорошо. Все, есть. Например, установил проставку для длинного носа и сейчас зайдет в менюшку. Первый раз в жизни. Давай, эксперимент. Ром, удачи тебе в том мире. О май гад! Возьми ці штуки. Ну, як в 3D кінотеатрі. В одних? Блін, лазери тупо. Не так. Зображення. Це прикол. Прикол, да? Да, лазер сюди. Продовжайте заряджати гарнітуру. Коротше, реально 3D кінотеатр. Тільки от это 3D кінотеатр, а є ще 3D за кінотеатром везде. Да, да. Да-да-да. Марс. Так, обновляется. Все. Это ж Павла, я кидаю сюда. Ё-мо, тут обстрел такие, что это жесть. Подожди. Рамирос, почему ты, когда играешь у меня в VR дома, снимаешь футболку? Лето на улице. Так ты же в футболке был постоянно, пока VR не одел. Потому что здесь экшен, здесь движение, здесь приседать, бегать надо, поэтому и потеет человек. Съездили купить с Машей вентилятор, и я захлопнул в багажнике, ключ оставил. Ох уж это Рома! Только что от машины. Пешком пойдем, Маш, не берут трубку. Вскрыватели замков. Можно закрыть? Ну? Может, все, от Валика типа... машины взять ключ попробовать? Ну, у меня так буде працювати. Просто, ну, типу, ти закрив багажник, я думала, що машина залишається відкритою. Так машина була відкрита, я її відкрив, і ми просто довго не садились, вона, мабуть, закрилась. Автоматично чи що? Мабуть. Ми поки пакували багажник, вона закрилась. Можна було, щоб хтось сів, але ніхто не сів, так що... Ну, все. Ну, так. Да. Зроби мене, що винувата, що не сіла в машину. Ні. Я просто сміюсь з того, що ти думаєш, що від Валіка машини ключ може подойти. Ну все, ребят, ніхто не бере трубку з домової служби, абсолютно ніхто, тому що 9 вечора. І все, потрібно понедільника чекати, щоб відкрити машину. Це ровно просто. Завтра воскресенье, сьогодні. Выходные. Все, ну, идем пешком. У нас так всегда. Пешочком. Проблема в том, что ее нельзя тут оставлять на ночь. Ну, типа, я никогда в городе не оставляю машину без присмотра, только под камерами. Во-первых, спойлер, за 1500 бакса можно скрутить на шестигранниках. Просто любой школьник может сам. А я уже это видео говорил просто. Я просто знаю, что я всегда в гараже храню машину и думаю, могу сказать, позволить себе. А вот теперь у меня. Теперь все посмотрели влог, я все об этом знают. И я не могу ее оставить. Разве что охранника нанимать тут надо. Это первое. Второе, это что? Ну, все будут садиться на нее, фоткаться, сломают карбоновый капот и так дальше. Машину весь город знает. Отходил на 5 минут, и все с ней хотели фоткаться. Эту машину нельзя оставлять. Ее все знают. И знают, чья она. Короче, нужно в любом случае найти человека, который скроет замок, по-другому никак. Это последний номер. Ваш выклик переадресовывается на автовідповідач. Это был последний номер. Все. Нужно тут матрас стелить, и все. Скрываем. Алло. Добрий день. Добрий. Мене цікавить аварійне вскриття замків, я ключ в машині забув. Зараз мастер по машину вас перенабере. Дякую. Мастер по машинам перенабере зараз. Хорошо, що ти тут взяв. Приїхав за місто, немає в Рівному. Я зрозумів, а... іншого шукати. Ви не маєте контактів інших, звичайно? Ні. Добре, дякую. Баска. Мастер уехал за город. Какой кончик. На парковке. Под Моргенштерна поехал. Капец какой. Это ужас. Смотрите, что делает. Сумасшедший. Да, да. Вы звонили мне за машину.
Да. Ви тільки що передали. Нема майстра, да. Я поняв, бо тільки що пропущений, побачив опять. А, ну да. Поняв, добре. Набрав пропущений, я йому перенабрав. Он ще раз набрав, я йому ще раз перезвонив, він говорить, ти вже дзвонили вже ж мені за машину, нет мастера, і зачем було ще раз забирати. От такі моменти плохо, коли ти живеш не в Львові або не в Києві. Це не город возможностей рівно. В Києві людям нужны деньги, вони працюють. А в нас відпочивають, тому що не нужны. Ну все, никого нет, абсолютно никого. Последний мой шанс, это я снял сторис. Надеюсь, кто-то знакомых, где-то кто-то может. Ну, как всегда. Mm-hmm. Саня порешал, Саня, респект. Можно просить его страйк на канал. Сейчас будет взлом GT-хи. Ждем, мне так интересно, как он это сделает. Взломает твою машину. В тебе бачиш, в тебе хорошо пролазить тут. Зараз вже тихо клізму будуть ставити по нас. Трохи некрасиво. Так. Це, звісно, машка така плотна. Після цього відкриття він... Цей пакетик поїде вже в мусор, але я ними так спеціально забираю посилку, то я їх не викидаю. Тому, ти знімаєш, так? Так, так. Блін, жаль, що отраження відбувається. Треба, походу, защелку нажимати. Короче, все, від... Дякую. Хочешь прикол? Да. Если бы я потряс машину, ключ бы выпал, Саня. Да. Если бы только знал, сейчас покажи. Вот. Тебе на дырки уже. Да и подвеску такую жесткую не пошатаешь особо. Чувак приехал оперативно, ребята. Ссылочка в описании. 500 гривен в субботу вечером. 400 я ему 500 дам. Все, едем домой. Сегодня, наверное, все аварийки не працюють в суботу. Да, все закрыто уже давно, в суботу после 6 точно. Довольно, что и машинки, да. Поедем, тянем в такси. Немножко задержались. На часик. Ну это круто, что не зимой. Типа. Да. Стик перестает умываться, когда видит, что я его снимаю. Уже третий раз я опускаю камеру, он начинает дальше. Стик у меня особенный, да? Стесняшка. И один, кто на свое имя откликивается. Как на русском будет? Откликивается. Клик-клак. Стик после консервочки какой размурлыкался. Хорошенький, в песку весь. Там мультик, она чужая тут, новенькая. Она не чужая. Она не чужая, шучу. Просто стик мне роднее. Посмотри, какие у него лапы накачаны. Накачаны. Он по заборам, знаешь, как прыгает? Тут как зайчик. Давай, массаж делаем. Он любит... Подушечек. Не, между пальчиком. Сейчас он хвостом опыляет. И мультики нацарапает. Стик мой мурлык. Ты знаешь, может, что ты охраняешь тут на кухне? Чего? Ты охраняешь золото на кухне. Я знаю. 25 килограмм золота. Тут. Это... Ага, думаешь, он тебе даст, он только мне дает. Стик, чувак. Чужих людей не пускаем к себе, да, Стик? Я не чужа. Ну, нужно пожить, не знаю, с ним лет 10, может, он тебя примет, даже Стик. Ну что ты ему такой? Вот и мимо лезвенький. Давай, ты тут? Я буду держать голову, ты там чеши. Чеши шейку ему, а я держу. Не так, Маш. Ну смотри, держи камеру, покажу тебе.
Смотри, берешь он тут, вот так вот. И тут придерживаешь голову. Сверху покажи ракурс. Я тебя научу, как стика. Вот. Почеши кота называется. Мультик. Все, вот так вот. Видишь, как стекан нужно чесать? Я тебя научу. Будешь нужно директором так. По уходу за стеком у меня дома. Что тут бараш так, что так. Больше ему не нравится. Ему нужно четко все делать. Или вот так вот. Прям четкий массаж должен быть головы или шеи. Ну что, ему нравится. Массаж лапок. Я люблю его целовать лапки, даже если они в грязи. Как мои. Так, давай, Маша, посмотрим, или ты пройдешь проверку по уходу за стеком. Если не пройдешь, то все, никаких отношений не будет. Это второй этап проверки Маши на годность в отношениях. Ну, правильно. Животик аккуратный. Или вообще лучше не чесать, а то он не любит животик. Видишь, хвостом машет. Это значит, ему не нравится. Ты клоим обладает, он тоже хвостом махал. Это из любви. А если машет сейчас, значит, не нравится, что ты кладешь. А когда я... Я зараз не глажу, он все равно на тебя. Это ему не нравится твое присутствие. Давай я уйду. Давай. Перестал мне надавить хвостом. Перестал. Сразу как вышла с кухни. Можешь возвращаться. Да серьезно тебе скажу. Видишь, он тебя не любит. Все. Но если стик тебя не любит, я тебя тоже не смогу полюбить. Это мой ребенок. Так, мы купили. Как эта штука называется, где белье сушить? То я за всю свою жизнь первый раз такое купил. Сушилка. Сушилка, потому что я на перилах, на стульях сушу. Или где мы еще сушим? На окнах. Открываем окна и на окна вешаем. И на креслах. И на креслах. Мультик идет в туалет. Мультику новый наполнитель купил я, чтобы в туалет в чистоту ходила. А то сегодня куда она насала мне? В штаны и в трусы, да? Я одежду скину. Да, под кровать. И она на штаны написала. Так, вентилятор купили, чтобы я дышал лучше. Ну и все. И сейчас Маша будет юзать очки. Виртуальную реальность. Себя я не снимаю, потому что я не побрит. Ужасно. Выпишу. Можно мне куда снимать? Не будем снимать? Давай, твоя реакция. Ты не пробовала Oculus когда-нибудь? Нет. Я тоже, представляешь? Я сам себя не снимал, но я офигел, мне понравилось, реально круто. Даже не хочется в реальность возвращаться. Еще игру нужно какую-нибудь купить и скачать. У меня нет ни одной. Так, что у нас? Персик остался. Суп мама готовила, спасибо маме. Потому что Маша еще... Спасибо. Ни разу не приготовила. Мама вечно. Я твои драники выбросил сегодня, извини. Но это невозможно есть. Ты их не кушаешь, я их тоже не буду. Там одно тесто. Так, что будем кушать? Давай выбросим апельсины. Инна нарезала. Да, цветочки. Выброси. Это же сушеные апельсины. Они черные. А, они с корицей. Ну и пивко бахнем давай с тобой на двоих, алкогольное, чтобы уже скатиться максимально в жизнь. Там скоро плесень на них уже появится. Не, я молочко буду. Молочко. Пиво для Рамироса, он сегодня не приедет. Рамирос спит, ну, спит в палатке сейчас. А, в машине. Вставка, как он ехал отдыхать на отдых. Он ехал на отдых в машине... Отдыхать и уже отдохнул. Вот фотка. Инна сфоткала. Инна за рулем ездит постоянно, потому что Рамира спит рядом. Он хочет поспать даже в дороге. Он всегда хочет спать. Персики. Любишь, чтобы персики твердее были? Ну, я хотел снять пряник, но ты как раз сказала эту фразу. Я хотела добавить, что я тоже люблю твердые персики. Вот, я купил себе такой пряник, и сейчас с молоком. Это идеально. Mm.
Що? Ти з пряником будеш? Так. Да. А ти? Я дуже хочу. Ну то роби собі. А, блядь! Я думала... Маша, все, я зараз інвалідом стану. Ні. У мене спину закліняло, тупо, представляєш? Я ногу на ногу закинув. Подожди на секундочку. Подожди, це вже не смішно, зараз почекай. Ну, типа, ну, все нормально, просто я коли нагинаюсь вперед. Болить. З ногами не болить, мене клинить тупо таз вообще. Я ногу на ногу закинув. І коли сміщаюсь, ох, як жорстко болить, отак вперед. І мене тут ззаді. Та ні, что-то сместилось. В один момент прекрасно может... Нет, еще не хрустнуло. Она не встает на место. Фух. Короче, диван вчера поднимал я. Дурак. Какой же глупый. Хотел на балконе поспать, потому что было трудно дышать. И диван тот, который стоял на балконе, на нем невозможно спать. Я поставил ламель с матрасом. И пока я переносил, 2 часа ночи под диван, мне, наверное, всех разбудил соседний. В общем, болела спина, и сегодня на утро... Короче, я только что выходил с тачки, вылазил, и меня... Ну, ты что, ты постельно сейчас сломался? Я редко, я такой тяжелый, как диван, не поднимает. Что там, 50 кг? Я максимум велосипед какой-то 15 кг могу взять, это не сложно мне. Короче, с тачки только что выходила, меня так же бы заклинило. Я потом расклинило. И... Это напряжное ощущение. Кажется, что ты потом не разожмешься и все. Такая грань какая-то. Ладно, нужно идти лежать. Стик, видишь, твой хозяин еле ходит. Кто тебе на консервы будет зарабатывать, кататься? Если диваны буду поднимать, точно не смогу кататься. Ох, блин. Кажется, так иду, и кажется сейчас, что один момент как заклинит и перестану ходить. Такое ощущение, прям тонкая грань. Ну, Стик, нужно было тебе голову туда сунуть, да? Маш, у нас катастрофа. Я написал на крышку. Миша! Это не шутка. Короче, Стик всегда, когда я смываю, унитаз встает лапками. Это мультик насрал. Я сейчас сдавлюсь. Да, мам. Что ты там, Миша? Да ну что, тут мультик насрал, воняй, надо убрать срочно. На всю хату. Насрал? Мультик насрал, вона, мультяшка. Сейчас перезвоню, мам. Добре, да, передзвони. Да. Ох, когда мультик срёт, это вольно весь дом. Просто коты ходят на улицу, мультик ещё волоток. Это коты, когда срут, так воняет. Или корм этот. Короче, Стик всегда стоит лапками на ободок и заглядывает в унитаз. И я смыл то, что, ну, там бумагу какую-то. И начал уже в туалет идти писать. И как Стик подбегает, лапами встаёт. И я, чтоб ему на голову не написать, мне пришлось на ободок чуть-чуть написать. Стичок, ну что ты лезешь, когда я писаю? Ну, куда ты лезешь? Ужас, ну вот ужас тебе. Как я писаю, я ж не могу снять в YouTube. Я бы снимал все подряд в YouTube, если можно было, а то канал забанят. Ты бы хотела снимать все подряд в YouTube со мной? Нет, конечно. Чего, 4-часовые влоги получались бы? В смысле скучные, наоборот? Ладно. Не знаю, давай завтра на... Хозяйка стала сразу. Не, ну я не знаю, хватит, думай, а ты. Круто, что появилась сушилка, рукосушка. Руки будешь сушить тут, как Инна говорит, рукосушка. Прикольно, потому что, ну, не было у меня никогда в жизни такой штуки. А еще пылесос купить осталось, правда? И все, для полного счастья. Зажался. Да, Мишань? Все, я. Первый раз в жизни купил себе вот эту штуку. Сушилку и еще пылесос купит, тогда напишут вообще мажор. А так ты живешь без рукосушки?
сушки, пылесосы. Без пылесоса, без стульчика, без всего. Я стараюсь минимум обходиться. Я трачу только то, что нужно мне для контента. Там техника, ноутбуки, камеры и все. Велики, запчасти. Деньги все раздаю себе, не трачу ничего. Как тут это вставить? А ну ты, давай ты, Маш. Я хочу проверить твою L-логику. А ты вставлять умеешь. Ой, почти упала. Дай подержу. Что ты снимаешь? Нет. Ну хочу посмотреть, или у тебя получится. А че оно такие тупое? Кто? Это колесики, смотри. Оно должно ездить. Просто боюсь его поломать. Давай я вставлю. Мне лучше уходит вставлять. Вставлю? Да, я вставлю. О, получилось. Молодец. Тут надо сыром. Сейчас пакет залить. Стик любит пакетики. Он ж котик. Я люблю вставлять, но мне нужно сразу две сушилки, чтобы вставить. Я эту посуду помою. Давай. Почему кот залазит под кульки, а человек не залазит под кульки? Кот лучше человек. Так, хорошо, я вставил тут. Ребят, полезная штука для тех, кто сушит на диванах, на стульях, на велосипедах, на мониторах вашу одежду, потому что она бывает заванивается, и запах у вас появляется такой, как кура Мироса, в общем, затхлый. Так что лучше использовать такие штуки. Берег без одной грипсы. Кстати, кто не смотрел влог, как мне Саня утопил, или Колян, кто-то, не помню, утопил грипсу, посмотрите. Ссылочка в описании. Кнопочки Ютуба, ребят, когда уже будет на 10 лямов? Давайте, я уже так стараюсь, что не могу просто. Просто подпишитесь на канал и все. Все, что нужно. Вы можете друзьям рассказать о моем канале. И, возможно, в вашей жизни появится рукосушка, если вы расскажете друзьям о моем канале. Смотрите, сколько места, пространства я освободил под очки виртуальной реальности и пожертвовал своей спиной, чтобы диван перетащить этот. Шучу, я просто спать не мог, поэтому переставил. Вот это такие геймпады, джойстики. Я уже поломала. Что ты поломала? Вот вентилятор за 700 гривен. Как тут жарко, да? Невозможно. Воняйким с китайским пластиком. Ну это все, что Мишаня может себе позволить. Во влогах раздаю по 2к баксов, а купляю себе вот кондиционер за $20. Потому что этот дом, который я снимаю, дешевый. Тут нет кондиционера, и я потерпаю. Мне еще советовали увлажнитель воздуха, но я не знаю, или за 100 баксов он будет работать, потому что я вижу, они по 1000 баксов есть. Я боюсь брать не за 1000 баксов, а за 1000 не хочу, потому что я на операцию коплю деньги. Вот такие покупки, типа, ненужные, дорогие, делать не хочу. Давай ты соберешь, Маш, будет спорка девушки. Интересно, что с этого выйдет. Да не надо, не надо. Нет? Ну окей, не надо. Не хочешь, тогда не надо. A few moments later. Наш, почему вентилятор не работает? Потому что у нас нет волшебной палочки.
A few moments later. Почему у нас не получается? Потому что я хочу по инструкции что-то читаю. Ты не знаешь, что такое крепильная гайка, и мы все перестаем делать. Это гайка, которая крепится. Знаешь, сколько их тут есть? Все 20 штук, которые есть в пакетике, это крепильные гайки, потому что они крепятся. A few moments later. A few moments later. Тут написано, що воно, по ідеї, десь тут має бути. A few moments later. Знаєш, що я тобі скажу? Пойдемо завтра купимо в зборі. Тому що ні твоїм мозгам, ні моїм не хватить, щоб збирати цей вентилятор. A few moments later. Міш, не знімай. A few moments later. Іще себе другому дядюшку. A few moments later. Выбросим эту инструкцию, как лего. Давай, собирай. Ну давай ты, а потом я по очереди. Попробуй. Да выброси, там ничего не ясно. A few moments later. A few moments later. Ты думаешь, что-то поймешь? Там даже рисунки непонятные, даже я не понимаю ничего. Просто собирай. Так в детстве, знаешь, конструктор. Это подходит сюда по резьбе, значит, это крутим сюда. Вот смотри. И все, и так и собираем. Вот видишь, накручивается все, значит, это отсюда. Давай еще что-то. Это точно. Вот тут резьба тоже есть. Это в конце, наверное, зафиксировать. Лопасть вентилятора. Это сюда. Как-то, чтобы оно держалось еще нужно. Давай, Маш, включай логику. А то Инну позову, Рамирса тебе помочь. Давай. Выключи камеру. Я ж попросила. Да хочу на камеру показать, как мы не можем собрать вентилятор. Ну так все, уже все увидели, что мы не можем собрать вентилятор. A few moments later. Но я хочу показать конечный результат, как мы, не имея мозгов, имея сильную мотивацию спастись от жары, соберем. Что все-таки? У меня же мотивационный канал. Давай, Маш. Миша, я не могу. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Маша. О, хорош, хорош. Ну. A few moments later. Рубрика «Собирай все на ковре». И сегодня... Это для нас. Видишь, Маш, чем мы отличаемся с тобой? Ты не знаешь, как собрать вентилятор, и я не знаю. Но я догадался вбить в YouTube, как собрать вентилятор. A few moments later. А знаешь, чем отличаются образованные люди и, например, мудрые или умные от образованных? Или богатые, например, от образованных, но бедных? Тем, что богатый человек, у него сконцентрировано мышление на том, как заработать деньги. То есть ему не нужно образование. У него хватает мозгов собрать возле себя умников, которые будут работать вместо него. Вот вам, ребята, секрет. Если умеете собрать вокруг себя умных людей, которые будут вам приносить много денег, вы, значит, умный человек. Не нужно самому все делать. A few moments later. Есть люди, которые много всего знают, они могут применить свои знания нигде. A few moments later. Все, забрали мой вентилятор. Мне пришлось отверткой закручивать эти болты, гайки. Я даже велик себе не хочу крутить, тут вентилятор крутил. Ой, пока не прочитал инструкцию, что эта труба телескопическая, никогда не догадался, что она внутри этой. И не вытянул бы ее. Не знал, куда вставить, пока не прочитал. Короче, неважно, все, собрались. Давай юзать то, что мне ближе к душе, я современный пацан. И вот это я сразу настроил с первого раза. Короче, тут теннисный мячик и теннисная ракетка. Блин, улетит за зону. Мяч. Вот прикол, жесть. Ух ты.
Мячик. Бумажный самолетик есть еще. Класс. Со стороны, наверное, смешно, да? Угу. Я как будто, типа, ну вообще в иншем свете. Капец, жесть. Ух ты, прикол. Короче, я управляю сейчас игрушечным самолетиком на радиоуправлении. Представляешь? Ой, я уронил. Бачишь там все? Угу. Все, джойстиком, это твои руки. Типа, поставь их, переверни. Неудобно сейчас. Да. У меня в жизни такие сами руки, крюки. Натянуть сильнее? Да, наверное. Надо еще мультика «Виртуальная реальность». Чего она не стреляла? Я не понимаю, она стреляет или нет? Лазер на воздухе. Так нажимай «Стрелять» кнопку, будет стрелять. А, все, я понял. Без кусания мультик. В чем прикол? В чем прикол? Это бесплатный самокат. И хватит, все, да. Ага. А. Я видел. Включи плей. Ну, видео за картиной. Просто плей. Так я сейчас уже об стенку ударилась. А, круто. Прикол. Даже ехать никуда не треба. Как ты двигаешься, так и они. Ты жди, пока підійдуть і вбивай їх руками. Він стоїть на нам. Все. Следующий, походу. Ну, блін, заново. Блін, як башка крутиться капець. Скажи, хочеш сісти? Може, сядеш? Координацію. Це тренажер для координації, щоб стати нормально. Угу, кстати, да. Йому. Можна розогнати? Да, зажимай просто. Работает или нет? Снимаешь? Ребята, только что Маша дернула головой резко, погрузилась в виртуальную реальность, так что слетел окулус, а плитку упал. Но вроде все работает. Ты когда переносишься в виртуальную реальность, не забывай, что ты тут, шлем на голове. Так, чтобы не слетел. Ты просто не резко не дергайся, и все, приседай, типа, ползай по полу, но не резко не дергай головой. Тут так красивее стало, когда я убрал слева эти стулья, красные диваны. Мультика я контролирую, она не пойдет под ноги. Она там с кульками играется. Ой, тоже не контролирую.
Маша играет в Суперхак. Блин, я свой пистолет потеряла. Ты просто можешь к ним немного подходить, они к тебе подойдут двигаться. И ударишь в голову просто рукой, и все. Он рассыпется. Угу. Можно не обязательно стрелять с оружием, можно просто... Стой, аккуратно. Ты хочешь разбить сегодня Oculus? Там же ж граница есть. Ты не видела сетку? Ну ты предупреждай хотя бы. Давай тебе границу меньше сделаю, чтобы ты не разгонялась, не бегала по комнате. Блин, ну я сейчас реально тебе поломаю, все, я не буду играть. Ну я могу меньше границу нарисовать, если хочешь. Или просто не ходи далеко, просто старайся на ковра не сходить и все. Чувствуешь, что на полу, все, не иди дальше. Возвращайся назад. Одной ногой можешь ступать. Да ё-моё. Ох, ты хрустишь, Маша. Я же сказала, что это все. Как я. Хрустит. Я не бегал по плану. Не, тут с ковра на метр можешь сходить, но не сильно дальше. Разгоняться так стрёмно. А ты не разгоняйся. Разгоняться не нужно. Там ж медленно нужно. У тебя там пуль нет. Ай, не можете уровень пройти. Поиграл. Был? Ты можешь пистолетом кинуть, уже пуль нет, слышишь? А я кидать? Просто размахивайся и кидаешь. Вот так. И подбирать, можешь подбирать пепельницу, там, степлеры, все, что лежит на столе, и бросать в них. Ёба. Блин, а чем пыться? Да просто рукой з-под низу, представь. А якщо ми ж не бігаємо? То ж дибка підійдуть, просто двигайся по чуть. Типа вправо-вліво двигайся. Я знайшла якусь карточку, яка може зупиняти по ходу час. Типу я її беру в руки, вона зупиняє.